учениками младших классов Тарусской детской библиотеки. И меня попросили: скажите, пожалуйста, о ваших встречах с Корнеем Ивановичем Чуковским. Я рассказал. Тогда встал маленький мальчик и с пылающим от волнения лицом и выпалил: скажите, пожалуйста, о ваших встречах с Александром Сергеевичем Пушкиным. Я расхохотался. А ведь такие встречи были, хоть не всегда приятные. Дорогие друзья, мы начинаем наш традиционный вечер, традиционный праздник, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Но сегодня он проходит у нас необычно, не так, как всегда. Каждый из нас знакомится с Пушкиным, начиная с самого раннего детства. Сначала это сказки Александра Сергеевича, потом это «Буря мглою небо кроет», потом это «Мороз и солнце», «День чудесный» и так дальше. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, «Медный всадник», «Полтава», произведения не только в стихах, но и в прозе. И, конечно, ребята, Александр Сергеевич Пушкин остается с нами навсегда, до конца наших дней. И даже когда мы будем с вами совсем старенькими и дряхленькими, все равно он к нам вернется сказками, потому что у нас будут свои дети, будут внуки, и мы будем им рассказывать замечательные произведения Александра Сергеевича. Поэтому сегодня, поскольку каждый человек по-разному, разными путями, разными дорогами, так или иначе, приходит к Пушкину, знакомится с ним, встречается, расстается на некоторое время, потом опять встречается, мы сегодня хотели бы поговорить о Валентине Дмитриевиче Берестове, потому что музей этого замечательного человека у нас в школе, и о том, каким он путем пришел к Пушкину, как его жизнь связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. Итак, мы начинаем. Столетие со дня смерти Пушкина отмечалось и в школе, где учился Валентин Дмитриевич Берестов. Она стояла на отшибе дороги, которая соединяла полотняный завод, которым владела семья Гончаров, с Калугой. Пушкин мог по нему проезжать. Его взгляд мог упасть на небольшой лесной пригород над речкой, где потом поставить нашу деревянную этажную школу. Все классы собрались в тесном зале на пушкинский утренник. Валя представлял первый класс. И в юбилейном номере «Пионерской правды» нашел два стихотворения, и пришел от них полнейший восторг. «Дерибаш» и «Вурдалак». Перестрелка за холмами, смотрит лагерь, их и наш. На холме пред казаками бьется красный дерибаш. Дерибаш, не суйся к лаве, пожалей свое житье, вмиг аминь лихой забаве, попадешься на копье. Эй, казак, не рвися к бою, дерибаш на всем скаку срежет саблею кривою с плеч удалую башку. Чад, сшиблись в общем крике. Посмотрите, каковы! Дерибаш уже на пике, а казак без головы. Да, я сам попросил золотой бани. И все же он решился идти домой именно через кладбище, а не какой-то другой дорогой. Любой струсил бы, услышав, что на могиле кто-то кость ворча грызет. Но трусоват был Ваня бедный. Раз он позднюю порой, весь в поту от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит, спотыкаясь, чуть бредет. Вдруг он слышит, кто-то кость ворча грызет. Ваня встал, шагнуть не может. Боже, думает бедняк, это верно кости гложет красногубый вурдалак. Горе, мало я не сильный, съест упырь меня совсем, если сам земли могильный я с молитвой не съем. Что же, вместо вурдалака, вы представьте, Ване злость, в темноте пред ним собака на могиле гложет кость. Долго женщина-инспектор из Калуги нахмурилась, пошепталась с директором, подозвала Берестова к себе, отвела в сторонку. Я узнала, что твой папа учитель, поэтому не стала срамить тебя при всех. Как же тебе не стыдно? Сам сочинил какие-то стишки и выдал их за пушкинские. Иди и больше так не делай. Валя из Ташкента, из эвакуации, уехал в Москву благодаря усилиям известных писателей Корнея Ивановича Чуковского и Алексея Николаевича Толстого. Он был зачислен в школу под Москвой. Но так как я прибыл в конце учебного года, то меня хотели оставить на второй год. Здесь начинается Москва с оврагов и грачей, с кудрявой ивы у моста, приезжих москвичей, сантен, церквушек, облаков, горчичной желтизны, грохочущих грузовиков и сельской тишины. Когда Валентин с напарником пилили и кололи дрова для интернатской кухни и школьных печей, к ним подходили две девушки. Одной из них нравился напарник Вали, в другую тут же влюбился Валентин. По первому ее слову я совершил бы неслыханный подвиг или непоправимую глупость. В общем, совершил бы любое ее желание. За это ей было не нужно. Как же сделать так, чтобы все-таки пришлось приказать мне что-нибудь? Я проспорю американку. Ну тогда тебе придется выполнить любое ее желание. Была не была. А вы знаете, что Пушкин подарил Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Если бы не Пушкин, мы бы не смогли проходить эти произведения в школе. Пушкин? Он не давал Гоголю никаких сюжетов и вообще не был с ним знаком. Я же лучше знаю. Спорим на американку. Теперь ты до лета будешь пилить дрова вместо меня. Вот, посмотрите. Воспоминания Владимира Александровича Сологуба. Пушкин рассказывал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжине Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшим себя за чиновника и обобравшим всех местных жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена графом Перовским секретная бумага, где последний предостерегался, что был осторожен, так как история пугачевского бунта была только предлогом, а цель пушкинской поездки была обрезовать секретные действия оренбургских чиновников. На этих двух данных и был основан сюжет «Ревизора», коего Пушкин себя всегда называл крестным отцом. Ладно, сюжет «Мертвых душ» тоже сообщен Пушкиным. Ладно, что поделаешь, говори свое желание. Сдавай экзамены и учись с нами дальше. Днем и ночь. Лишь перед сочинением я позволила себе выспаться. Одну из трех тем, так называемая вольная. И я выжму из себя какую-нибудь публицистику в тогдашнем духе. Но от упражнений в казенной риторике меня спас Пушкин. Учительница распечатала секретными до этой минуты заданиями и вывела мелом на доске образ Петра Первого, творчество Александра Сергеевича Пушкина. Вот тут-то и пошли в ход стихи. И моя родословная, и пир Петра Великого, и станции, и поэмы, такие как «Полтава», «Медный всадник», и даже неоконченный труд «История Петра». А теперь, дорогие друзья, вопрос к вам. Сейчас мы будем зачитывать отрывки из произведений, а вы постарайтесь отгадать, какое это произведение. Смирив крамолу и коварство, и ярость бранных непогод, когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы к оной руку приложили, нажаловал страдальца сын. Бывало, нами дорожили, бывало, но и мещанин. Упрямство дух нам всем подгадил, родню свою не укротим. С Петром мой прашер не поладил, и был зато повешенным. Его пример быть нам наукой, не любит споров властелин. Счастлив князь Яков Долгорукий, умен, покорный мещанин. Из какого произведения этот отрывок? Знаете? Да, наверное, дословно. Правильно. Пробуйте отгадать, откуда это. В надежде славы и добра лежу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой. И был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий. Самодержавную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. Что это? Станция? Правильно. Ребята, погромче. Но время шло, Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно. Средь старых вражеских могил, готовя шведам тризную тайну, внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. А это откуда? Полтава, конечно. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приюты богого чухонца и лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца. И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе. Кто знает, откуда эти стихи? Над Невою резво бьются флаги пестрые судов, звучно с лодок раздаются песни дружные гребцов. В царском доме пир веселый, речь гостей хмельна, шумна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена. А это откуда? Пир Петра Великого. Молодцы! Но жаль, что тогда никто, кроме учительницы и, может быть, директора, не прочел мое сочинение. Но директор, прочитав сочинение, ринулся с ним прямо в Москву, в наркомпрос. Знай, мол, наших. Но результат был не тот, которым ожидал. В школу прибыла некая генеральша просвещения. Хоть нашивай на юбке красный лампас. Оставьте нас одних. Ну, кто и за сколько дней до экзамена в нарушении всех правил сообщил вам тему сочинения? Кто дал вам материал для подготовки? Я прочел тему на доске, когда учительница написала ее мелом. Откуда же такие знания? Ведь вы по программе в 5 классе проходили Арапа Петра Великого, в 6 полтавский бой, не всю поэму, в 8 на берегу пустынных волн, а не всего Медного всадника. Я уже не говорю о прочих стихах. Чем вы докажете, что вам заранее не сообщили тему? Дайте мне любую тему по Пушкину, лист бумаги, ручку, заприте меня здесь на 1,5 часа, а потом увидим, что получится. Чем же объясняется ваш особый интерес к Петру Первому? Ну, Петр Первый меня особенно не интересует. Просто я люблю Пушкина. Странно. Как это любите? Всего Пушкина? Всего. Кроме нескольких лицейских стихов. И статьи люблю, и письма. Я прочел всего Пушкина. Простите, про любое сочинение. Странно. Значит, вы ушли в мир до революционной классики. А как же современность? Вы, я слышала, знакомы с Алексеем Толстым? Вам, разумеется, нравятся его патриотические рассказы Ивана Сударева? Нет, эти рассказы мне не нравятся. Они какие-то вымучены. Хорошей прозы о войне пока почти нет. То ли дело 3-я часть Петра. Интересно, интересно. Итак, пожелание Альбины я выполнила. Но жаль, девушка не видела в моих подвигах ничего особенного. В лицее Пушкин писал несколько французских стихотворений. Известны 2 попытки перевести этот текст. Но и Генрих Сапгир, и Нонна Слепакова не поверили самому Пушкину. По воспоминаниям современниц, у Пушкина были светло-русые волосы, а после 30 темно-русые. Вот одно из этих стихотворений. Vous me demandez mon portrait, ma peine d'après nature, mon cher, il sera bientôt fait, quoiqu'en en miniature. Je suis un jeune polisson, encore dans la classe. Pense, je le dis sans façon et sans fade grimace. Donc, il ne fut de babillard, ni docteur en Sorbonne, plus ennuyeux, plus braillard que moi-même en personne. Ma tête, c'est le de plus long. Ne peut être égalé. Je le temps frais, les cheveux blonds et la tête bouclée. J'aime le monde et son fracas, je hais la solitude. J'aborde noises et débats, et tant soit peu l'étude. Le spectacle bal me plaisant fort. Et je dirais encore ce que j'aime si je n'étais au lycée. Après cela, mon cher ami, l'on peut me reconnaître. Oui, tel que le bon Dieu me fit, je veux toujours paraître. Vrai démon pour l'espièglerie, vrai singe par sa mine. Et beaucoup de terres de riz, ma foi, voilà Пушкин. Votre Пушкин, что, похоже? А как начинались слова в стихах Евгения Онегина? Первая строчка Онегина. А кто знает? Ничего подобного. Первая строчка романа звучит так. Петри Дванте, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avoir avec la même indifférence les bons comme les mauvaises actions suite d'un sentiment de supériorité peut-être imaginaire. Я даю русский перевод. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, что является следствием превосходства, быть может, у него. Новое о Евгении Онегине можно говорить бесконечно, но вот пересказать его трудно. Но я попробую. Но как рассеять горе Тани? Вот как! Посадят деву в сани и повезут из милых мест в Москву на ярмарку невест. Мать плачется, скучает дочка. Конец 7 главе и точка. Какая это глава? Мама. Всего милее для Татьяны природа, няня и романы. Но как мы видим из письма, Онегин дорог ей весьма. А какой главе относится это четверостишее? 3. В ответ на пылкое послание Татьяна слышит назидание. Ей в мире пусто и темно. Онегин с Ленским пьют вино. А откуда этот отрывок? Четвертая. Татьяна видит страшный сон. Увы, несчастью сбылся он. На празднике на деревенском повздорили Онегин с Ленским. Кто-нибудь знает, какая это глава? Татьяна в высшем свете львица. Ну как в такую не влюбиться? Но та другому отдана и будет век ему верна. Из какой это главы? В деревню едет юный модник. Он вертопрах и греховодник. Не знает худа и добра, но юношу томит хандра. Какая это глава? Первая хандра. Он метко попадает в цель. Когда бы он пощадил поэта, он сделался бы смешон для света. Какая это глава? Шестая. Далось соседей поимению. Один лишь Ленский имел Евгению. Он европеец, он поэт. Он любит Ольгу с детских лет. А это какая глава? Глава называется поэта, она вторая. Семиклассникам и восьмиклассникам надо немножко... Свои знания, да, почитайте Евгения Онегина. Пожалуйста. Но те, кто гадаете, потому что вот 5-6 классы были, там даже побольше знаний указали они. Эйзенштейн беспокоен. Будьте добры, Всеволода Илларионовича. Его дома нет, но он скоро будет. Тогда, молодой человек, пригласите Анну Николаевну. Анна Николаевна, у вас к телефону. Алло, Сергей Михайлович, здравствуйте. А вы знаете, кто дал трубку? Сживали Берестов. Как? Вы не знаете Валю? Всеволод Илларионович прочит ему будущность Пушкина. Чуковский, мой друг, Эйзенштейну звоня. Вот будущий Пушкин, сказал про меня. И был я как током прошит. Я бежал. В своих стихах я изобразил, как страна дала появление нового Пушкина, который должен был появиться после Второй Отечественной войны, подобно тому, как старый появился после Первой. Некоторые поэты еще даже с их детства прочили новые Пушкина. Среди них были такие, как Александр Аронов и Алексей Марков. И, конечно же, любители прозаики напишут «Войну и мир» 20 века. Я понимал уже тогда, что ни то, ни другое невозможно. Ведь Пушкин и Лев Толстой создали нечто до них небывалое. И ждать нужно было не повторение прошлых побед, а чего-то совершенно нового, чего нет ни у Пушкина, ни Льва Толстого. Тогда и начались разговоры о пещерных рисунках и уход в археологию. Я труд поэта позабыл для жребия иного, и в землю свой талант зарыл, в буквальном смысле слова. И где теперь его найти? В каких местах и странах, быть может, в 25 раскопанных курганах, а может, я его зарыл послушной лопатой на том дворе, что Вечевой был площадью когда-то? Где он? В песках ли каракум? В мударинской глине ли разметал его самум, бушующий в пустынях? Вот как, насколько человек старался соединить, насколько он держал. Ведь мы обычно как? Мы, вот здесь у нас одно, вот тут другое, в книжках третье, с детьми четвертое, там, с любимыми там, какими-то там, друзьями или там, пятое. У Берестова вот было вот это огромное какое-то античное единство. И его открытия, сделанные в том числе и в пушкинистике, и вот именно из-за этого Лотман писал, что у Пушкина не было детства. Берестов написал книжечку замечательную про детство Пушкина. Все из пушкинских текстов. Просто, ну, вот. И однажды я был свидетелем, как он два пушкинских отрывка соединил вместе. И получилось великое стихотворение. Один отрывок все знают, его долго в «Чудном невероятном», он долго, без потерянной прострочки, шел эпиграфом. «Он нет, мне жизни не надоел». Но был у Пушкина еще один отрывочек, который никто не сопоставлял с этим отрывком. Когда Берестов сопоставил, оказалось, что там не хватает одного слова. Но это слово вычисляется. И Пушкин иногда торопился и не дописывал. Я прочитаю, как это стихотворение в том виде, в котором вот я его полюбил. По-моему, это одно из лучших пушкинских стихотворений. А реставрировал, соединил. Вот сначала мертвой водой покропил, а потом живой. Валентин Берестов. О нет, мне жизнь не надоела. Я жить люблю, я жить хочу. Душа не вовсе охладела, тратя молодость свою. Еще хранятся наслаждения для любопытства, для милых снов воображения, для чувств, для существа, всего. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог изобрел. Музей-квартира Пушкина на Мойке. 10 февраля. 157 лет тому назад скончался великий поэт. Ежегодные поминки по Пушкину. Множество народа ждало во дворе музея, на лестнице, вестибюле, во всех комнатах анфилады. Я оказался в углу пушкинского кабинета у окна с полупрозрачными голубоватыми шторками. Отсюда были видны и ораторы, и скрипач, и золоченая фигурка арапа на столе Петра, и его книги. Ораторы высказались, скрипач сыграл нечто прекрасное. Все замерли, и у меня мелькнула шальная мысль. А что, если Пушкин сейчас здесь? Как он к этому всему относится? И тут же, в полнейшей тишине, ко мне в голову залетело неожиданное двустишье. Как быстро юность пролетела, и дух уже сильнее тела. Надо же, дух сильнее тела. Так говорят о редких подвижниках. А это, оказывается, присуще всем. Молодые силы с годами уйдут, и дух сам собой непроизвольно сделается сильнее тела. Как за церковью, как за церковью, как за церковью, за немецкою. Добрый молодец, Богу молится. Я отвернулся и уткнулся лицом в занавеску. За голубоватой шторкой я увидел глухую желтую торцовую стену. Я подумал, что немецкая церковь могла быть не только лютеранская, но и реформатская. Реформатская немецкая церковь, построенная Фельтоном, выходила при жизни Пушкина своим двором прямо на набережную Мойки. Но это я узнал потом, после того, как повернулся лицом к публике и отстоял вместе с ней бесконечную минуту молчания. В эту удивительную минуту я успел сочинить стихи, проанализировать их, совершить проступок и загладить его, построить научную гипотезу и разделить общую скорбь. Мне было дано пережить одну минуту из жизни гения, какой она была протяженной, какой вместительной. А у Пушкина все минуты были такими. Который, честно говоря, мы сегодня играли уже третий раз. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с таким вниманием и трепетом выслушали и посмотрели наш спектакль. А сейчас, дорогие друзья, слово предоставляется вам. Я сейчас вам предлагаю вспомнить стихи Александра Сергеевича Пушкина. Не стесняйтесь, выходите на сцену и читайте, пожалуйста, со сцены. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, в них скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белки стерегут. Отправила на творение, которое из Пушкина, которое люблю больше всего. Значит, отгадать, откуда она. Ничего, я помогу. У русского царя в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом богата, не в ней алмаз лица хранится под стеклом. Но сверху донизу, во всю длину, кругом, своей кистью, свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокий. Здесь нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавны с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги. Нередко, медленно, между ними я брожу, и на знакомые их образы гляжу, и мне слышу я таинственные крики. Среди них уж многих нет, другие, коих лики, что так молодо на ярком полотне, стихают, в них на тишине головой лак. Знаете, что не можно глаз отвести. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутой негой взоры. Навстречу северной авроры звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет. И елка, и речка, и речка, и речка подо льдом придет. Вся кровная... Я еще не закончила сейчас. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велеть ли в санке кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля густые, леса недавно столь густые и берег, милый для меня. свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румяней белее. Ну и так далее. Зеркальце в ответ говорит: ты прекрасна, спору нет, но царевна все же милее, все прекраснее и белее. Как царица отпрыгнет, да как ручкой замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-то как притопнет. Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло. Я всегда это читаю и поражаюсь, думаю, боже мой, ну как просто и как красиво. Правда ведь, ребята? Спасибо. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой, излюбленной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полупустых, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких размышлений, легких размышлений, незрелых и увядших лет, души холодных рассуждений и сердца горестных замет. Откуда все-таки? Откуда? Вступление. Дорогие друзья, спасибо всем. Мы заканчиваем наш замечательный праздник. Я тоже хочу несколько слов сказать. Нет, я читать, конечно, Пушкина не буду, не мастер. Здесь такие мастера выступали, да? Разве можно, да, так выступить, как они? Прежде благодарить всех за этот праздник. Действительно, праздник души, праздник гимназии. Это гимназический праздник. Это здорово. Вся страна отмечает этот праздник, все гимназисты, лицеисты нашей страны. Началось это совсем недавно, 19 век. Совсем вот-вот. Образовалась гимназия, вернее, тогда называлась лицей, хотя программы были гимназические. И императору было необходимо создать такое образовательное учреждение, в котором бы воспитывалась и обучалась элита, элита российского государства. И вот мы с вами сейчас продолжаем этот путь. Гимназия 1565 Свиблова. Мы создаем элиту российского государства. Здесь представители элиты, наше будущее. Мы надеемся на это. Спасибо всем. С праздником. До новых встреч.